Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте. У Мартикеев о наиболее заметных событиях республики. И вот некоторые темы. В Карачаево-Черкесии наградили отличившихся работников финансовой сферы. Собственную станцию по производству кислорода установили в Усть-Жегутинской центральной районной больнице. В селе Курджиново Урупского района до 2025 года запланировано строительство газоразводящих сетей. И основные сельскохозяйственные товаропроизводители плодовой продукции республики приступили к сбору урожая. А теперь об этих и других темах подробнее. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания посетил аул Карапага Абазинского района. Руководитель республики встретился с педагогическим и ученическим составом школы имени первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзимба. В школе провели открытый урок абазинского языка, где ребята рассказали гостям стихи, поговорки на родном языке. Ученики средней школы аула Карапага также подготовили небольшую концертную программу для гостей из Республики Абхазия. Ребята представили гостям театральные постановки, танцы и песни. «Впечатления от визита самые радушные. То, что я сегодня увидел, вселяет уверенность в наше светлое будущее», рассказал президент Республики Абхазия Аслан Бжания. «Я очень рад быть здесь вместе с вами. Я чувствую биение сердца каждого из вас. Я в каждом из вас вижу родного человека. Очень важно, чтобы наше общение было более интенсивным. Очень важно, чтобы мы чаще бывали в домах друг друга. Очень важно, чтобы с измальства наши дети понимали, что мы представляем один народ, мы представляем одну культуру. У нас неразрывное общее будущее. И над этим, конечно же, будем работать. Огромное количество вопросов решить, которые нам еще не удалось. Я понимаю это, но это связано с тем, что есть определенные предпосылки, определенные обстоятельства, которые не созрели должным образом. Но все, что связано с тем, чтобы наше общение было более интенсивным, это будет на приоритете, и эти вопросы мы будем решать. В течение трех дней 9, 10 и 11 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Думы муниципального образования Черкесска. Двухдневное голосование 10 и 11 сентября ждет жителей Карачаево-Черкесии на выборах депутатов Думы Карачаевского городского округа, а также советов Абазинского муниципального района, Карапакского и Эльбурганского сельских поселений. В остальных муниципалитетах голосование пройдет в течение одного дня 11 сентября. В единый день голосования 11 сентября в республике пройдут 43 избирательные кампании, в ходе которых будет замещен 461 депутатский мандат. Жителям Карачаево-Черкесии предстоит выбрать депутатов ряда сельских поселений Адыгейхабльского, Абазинского, Зеленчукского, Малокарачаевского, Ногайского, Урупского, Усть-Жегутинского и Хабесского районов. Сделать свой выбор могут более 200 тысяч избирателей на 157 избирательных участках республики. С 9 по 11 сентября жители республики будут выбирать своих представителей в городскую думу Черкесска и Карачаевска, а также в четырех десятках сельских советов. На этих выборах, помимо наблюдателей от партии и кандидатов, за порядком в ходе голосования будут следить эксперты общественной палаты, которые будут представлены на всех избирательных участках на территории региона. Комментирует информацию руководитель группы подготовки наблюдателей общественного штаба Евгений Жидяев. Основная работа была направлена на обучение наблюдателей, их формирование. Я думаю, в полном объеме мы с этой задачей справились. Мы распределили каждый из экспертов по городам, районам, с кем будем проводить обучение. Лично я участвовал в обучении наблюдателей в Ногайском, Адыгейхабльском, Зеленчукском, Урупском муниципальном районе. В этом случае сказать, что были новые какие-то аспекты в обучении, были добавлены другие формы обучения, в электронном виде это было все преподнесено. И я с уверенностью могу сказать, что наблюдатели наши готовы
проведению выборной кампании. Мы должны участвовать, наблюдатель, не только как наблюдатель, но он должен участвовать в том, чтобы было большее количество избирателей, которые придут на избирательный участок. И в этом направлении надо, наверное, прилагать больше усилий, чтобы потом сам избиратель не говорил, почему избрали того или не этого кандидата, того или другого кандидата. Поэтому здесь, чем больше придет на избирательный участок избирателей, тем будет существеннее и будет весомее эти выборы. В избиркоме сообщили, что помимо стационарных в республике появятся передвижные избирательные участки. Они будут задействованы в том случае, если по каким-либо причинам избиратели не смогут попасть в помещение для голосования. Информацию комментирует председатель территориальной избирательной комиссии по городу Черкесску Мария Лакаева. Данный порядок использования мобильных резервных избирательных участков утвержден постановлением нашей избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики. И, естественно, в приоритете здоровье и жизнь избирателей. Затем очень важно избирательным комиссиям сохранить документацию и затем, насколько это возможно, оперативно продолжить голосование уже на резервных мобильных избирательных участках. В Карачаево-Черкесии наградили отличившихся работников финансовой сферы. Вчера в региональном правительстве прошло торжественное мероприятие. Почетными грамотами Министерства финансов республики за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем финансиста наградили 27 специалистов финансовой сферы, которые внесли неоценимый вклад в устойчивое развитие финансовой системы Карачаево-Черкесии. Напомню, в этом году отмечается 220 лет финансовой системе России. Министерство юстиции России также отмечает 220 лет со дня образования ведомства. В Черкесске прошло мероприятие, посвященное этой дате. В этот день отличившихся сотрудников и ветеранов управления отметили различными наградами. Подробности сообщила руководитель управления Минюста по Карачаево-Черкесии Зухра Алчакова. Изменения были, конечно, колоссальные. У нас впереди еще много работы. В этом мне помогает мой коллектив, управление Минюста по Карачаево-Черкесской республике, грамотные специалисты, эксперты, высококвалифицированные. Это моя гордость. Хочется пожелать коллегам, ветеранам юстиции успешного преодоления трудностей, счастья, здоровья, любви, успехов, веру в будущее, веру в правое дело. Всего самого наилучшего. 20 сентября на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце состоится совместный концерт трех республик, посвященный столетию Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В рамках празднования юбилея торжественно откроется и соборная мечеть Черкесска, одна из самых вместительных на Северном Кавказе, где 5000 верующих могут совершать молитву. Готовится также к открытию поликлиника в Карачаевске, новое современное здание на 350 посещений в смену. В октябре текущего года Черкесск примет финал всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». Ключевое мероприятие состоится в обновленном здании Республиканской госфилармонии. Планируется, что к этому дню торжественно откроется и сама филармония. Здесь велась филигранная работа по реставрации здания с сохранением исторического архитектурного облика и декоративных элементов. Кроме того, будут запущены крупные проекты в агропромышленной и промышленной сферах. Речь, в частности, идет о запуске двух малых красногорских ГЭС и открытии крупнейшего на юге России мясоперерабатывающего завода по производству баранины группы компании «Домате». Представители регионального министерства сельского хозяйства ознакомились с ходом строительства объектов, реализуемых в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году. В частности, они побывали в ауле Нжичукуна Базинского района, где по улицам Чехова и Ленина ведутся работы по строительству объекта водоснабжения. Посетили и Саратюз в Жгутинском районе, где сейчас идет капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы. Строительство водопровода также ведется в западной части Улахабес.
В Усть-Джигутинской центральной районной больнице запущена собственная кислородная станция. Это значимое событие для больницы, сотрудникам которой во время пика пандемии пришлось серьезно потрудиться, чтобы обеспечить жизненно важным кислородом пациентов ковидного госпиталя, развернутого в свое время на ее базе. В кислороде сейчас нуждаются пациенты с постковидным синдромом. Многие из них до сих пор ощущают на себе последствия перенесенной болезни и вынуждены обращаться за помощью к медикам. Комментирует информацию главный врач больницы Марат Шахманов. Раньше такого понятия не было, что мы мерили больным сатурацию. Сейчас и больные сами ощущают, находясь на кислороде, после ковидные больные, которые зачастую уже возрастные больные, на фоне, когда они дышат этим кислородом, им становится заметно лучше. У них улучшается качество жизни. Они не находятся в постоянной гипоксии, постоянно это усталость, утомляемость, там бессонница, головные боли. На фоне кислорода им становится заметно лучше. Основные сельскохозяйственные товаропроизводители плодовой продукции республики приступили к сбору урожая. На сегодняшний день с площади 15 гектаров собрано 559 тонн яблок. Ожидаемый объем сбора в этом году почти 12 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 20%. К 2030 году планируется увеличение площадей плодовых насаждений на 800 гектаров, а также объема производства при выходе на полную мощность всех садов до 64 тысяч тонн плодов в год. В селе Курджиново Урупского района до 2025 года запланировано строительство газоразводящих сетей. Еще в прошлом году было начато строительство межпоселкового газопровода «Преградное Курджиново» в рамках реализации программы «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации республики. Проектирование газоразводящих сетей по Курджиново запланировано на следующий год, а строительство на 2024-2025 годы. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Об этом рассказала государственный инспектор управления Залина Гайтова. В этом году вспышки высокопатогенного гриппа птиц регистрировались во многих регионах страны. Заболевание зафиксировано как в дикой природе, так и среди домашней птицы. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Перед входом в помещение для содержания птицы должны стоять дезинфицирующие коврики во всю ширину прохода. Помещение для птицы необходимо регулярно очищать. Окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы. Для профилактики заразных болезней проводят вакцинацию с учетом эпизоотической ситуации населенного пункта и района. По требованию ветеринарных специалистов, владельцы обязаны сообщать количество птицы каждого вида, которое имеется на подворье. Реализовывать живую птицу или птицеводческую продукцию необходимо в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе «Меркурий», которые будут гарантировать их безопасность. В образовательных учреждениях Карачаева и Черкесии, как и по стране в целом, в новом учебном году планируется запустить новые образовательные IT-проекты «Код будущего» для школьников и «Цифровые кафедры» для студентов. Проект будет реализован при поддержке Минцифры Карачаева и Черкесии. Он ориентирован на учащихся с 8 по 11 классы. В течение 2 лет ребят будут обучать языкам программирования в офлайн и онлайн форматах. Уже в этом году присоединиться к обучению смогут более 100 тысяч школьников страны. К 2030 году обучение пройдут более 1 миллиона старшеклассников. Стартовал всероссийский конкурс проектных команд в сфере туризма. До 20 сентября представители Карачаева и Черкесии могут подать заявку на конкурс, проводимый в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Победители получат удостоверение о повышении квалификации, путевку в Москву на церемонию награждения и шанс быть зачисленным в базу данных Национального кадрового агентства.
Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Гранты Росмолодежь. Второй сезон». Победители получат до 1 миллиона рублей на свой социально значимый проект. Конкурсы проходят по 15 номинациям в заочном и очном форматах на более чем 70 молодежных площадках. Конкурсы направлены на вовлечение молодежи России в возрасте от 14 до 35 лет в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Здесь следует отметить, что есть такие номинации, как «Создавай возможности». В рамках данной номинации это проекты, которые направлены на оказание содействия, занятости и успешность самореализации молодежи в профессиональной деятельности. Данное направление, данная номинация является одной из наиболее важных, одной из наиболее приоритетных и интересных, на которую я со своей стороны хотел бы обратить особое внимание молодежи Карачаево-Черкесской Республики. Затем, помимо этого, есть номинации, направленные на поддержку инициатив в сфере добровольчества. Это такие номинации, как «Объединяй» и «Мы вместе». Следует обратить внимание на то, что в рамках данных номинаций могут получить поддержку как добровольческие движения в лице их лидеров, которые будут подаваться как физические лица на данный грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, так и представители общественных объединений, не зарегистрированных как некоммерческие организации, участники которой также могут принимать участие как физические лица, граждане Российской Федерации. В Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежития для студентов, комментирует информацию ректор университета Таусултан Узденов. Мы к концу этого года, к концу декабря, мы должны полностью завершить и отчитаться перед Министерством науки и высшего образования о завершении ремонта. Что касается дизайна наших проектов, это такой очень современный студенческий молодежный проект, итальянский проект был, фасадах именно в таком цвете. Но они в таком темном цвете не останутся, на них будут наложены специальные аппликации из железа, которые будут отражать игра света, тени. Это все будет очень интересно и привлекательно. В акватории Кубанского водохранилища прошли тренировочные полеты авиации МЧС России. На базе учебно-тренировочного центра Северокавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС страны проходят сборы с летным составом авиационных формирований МЧС России. До 15 сентября участники сборов будут демонстрировать навыки по подготовке к действиям в горной местности и надводной поверхностью. Участники мероприятия уже отработали особенности пилотирования воздушных судов надводной поверхностью, а также выполнили спасательные работы. Более 100 водителей общественного транспорта республики привлечены к административной ответственности за различные нарушения. Таковы промежуточные результаты оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Об этом сообщила старший государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Виктория Манушина. Целью данного мероприятия является снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. На сегодняшний день сотрудниками госавтоинспекции проверено более 180 автобусов и выявлено порядка 110 административных правонарушений, среди которых имеются и такие, как управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующей категории. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается небольшая облачность. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-24, в горах местами плюс 12-17. В южных районах чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В Черкесске без осадков, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 24 градусов.
Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства, телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево, Черкесия.